Доброго всем времени суток, у нас 44-й день. Мы продолжаем. У меня целый один золотой, ух ты. Так, что у нас произошло? Я уже сам немножко подзабыл. Пару дней не играл. Так, дракон смерти обучился. А, да, я построил здание для скелета воина. Отлично, значит, надо обучаться. Так, ну что тут у нас? А, здесь этот... Короче, какой-то нейтральный имперский отряд появился. Что-то мне там Прушин сказал, что-то его грохнуть там, и тогда нам будет легче. Ну, давайте. Я вообще-то хотел какой-нибудь слабенький отряд найти, чтобы скелетов обучить. Ладно, ну давайте попробуем. Так, а магию что я изучал? А, я вот изучил повреждение на 33. Ну, это уже более солидный. Этим, я думаю, нам будет попроще. 33% это уже. Плюс можно, если что, еще на 15 понизить. Их мучения. Ладно, пока попробуем так. Ого, паровоз и так 130, неплохо. Что вот они на скелета налетели? Да бей ты вампира. Твари. Ну как мне обучиться? Ну этот обучится, ладно, я хотел сразу двоих. То я тут даже 33 понижать. Ну все из-за того, что они первые ходят, вот это, конечно, проблема. Надо встанешь блок. Вампир за 90 будет. Иммунитет, ребята. Иммунитет у меня на вас. Подождем, пусть наш вампиреныш сначала подлетит. Добьют, ребята, не добьют. Ладно, не буду рисковать. Вдруг сейчас промажет, он возьмет меня, добьет. Все равно мы обучимся. Так что, то, что ты нас ранил, это фигня. Империя не получит подкрепление, гонец мертв. Ага, отлично, это мы гонца, значит, убили. Так, тут имперские ребята, короче, отсюда такой заход сделали. Не знаю, убить их, не убить. Да, вот с демонами могу. Скоро, может, в будущем. Я уже почти в нейтралитете. Может, союз ли что? Хотя мне лучше с кем-нибудь из добрых заключить что-нибудь хорошее. Чтобы заклинание их доброе на себе. Хотя есть вариант попробовать столицу захватить, например, гномов. Но для этого мне нужно... Нужно достаточно зелени защиты. Так, моя
желаете? Этот у меня тут контролирует ситуацию, хотя желательно ему воскресить скелета. Повелитель? Ну все. Вор у меня допрыгался. Попался за воровство в магазине, но я не стал перезагружаться там, пытаться удачно провести кражу. В принципе, там не такие уж и вещи важны. Да и по деньгам, я бы сказал, нормально, но пока что один, но это потому что я только что построился. А так идет у меня больше 300 золотых, я думаю, это нормально. Тем более ближайшую постройки еще не скоро делать. Я надеюсь, успею накопить 3000 на призрачного, 3000 на вампира и 2 с чем-то на Бирму. Вот этот гномик. Гномик. Ладно, пусть он пока живет. Можно сэкономить, напав на Ячпев. Закинуть его назад. Ну давай сейчас слабим. В принципе, тут сейчас, наверное, выгоднее делать на 33 меньше повреждений, нежели, потому что также 200 маны и сжирает. Ну ладно, не буду. Их мучения будут долгими. Хотя экономить на золоте потом в лечении. Сходился бы мой скелет первый. Центральный! Нет, он ударил нижнего все равно. Не хотят вампиры бить, вот гады, не хотят. Да, наверное, все-таки стоило уменьшить повреждения, сейчас он вообще может умереть. Что-то я как-то не рассчитал слегка. Хоть убейте, но они не хотят бить нижнего. Сколько из 100 ровно бью? Ну, блок, что делать, не добью же. Вот, пожалел ману, зато придется тратить золото. Спасибо. Не доеду. Как же ж так-то, а? Что за хозяин? Денег нет. Как-то вот так вот. Маны жизни больше всего, но вдруг пригодится. Ящеры, ящеры, кругом ящеры. Сейчас захватывать эту. Там медузы. Смерти отбирать.
Молодец, гном. Лучше бы он ангела убил, так как охраняет мою шахту. Так, а что если мне изучить кошмара? Блин, я же хотел себе голема купить. Чтобы меньше тратить маны смерти. Но он стоит 800 золотых. Может и куплю все-таки. Потому что реально кошмар. Всего лишь 150 на все равно. И голем бы эффективнее будет. Так, оно не сметь мою памятку. Где интересно, кстати, эти гномы, которых я должен уничтожить? Вот я знаю, что-то огромное двигается за стенами этих гномов. Ну вот там опять какое-то существо. А мне интересно, кто же там? Интересно, кого полечит, себя или того парня? О, блин. В принципе, вообще и без разницы. Мертвая на лазуне не смогла бы поставить, даже если бы сквайр победил. Ого, ничего ж себе! И оба по 170 наносит. Тут бы просто два дракона первого уровня для меня было бы жестко, а не до восьмого уровня. Уничтожить! Уничтожь, уничтожь. Ну чё, сидеть придется, чё, деньги пока важнее нужны. Всяких парализационных бить бесполезно. Может, с кракеном подраться? Кстати, я же могу ему обучать войска. Что я туплю? Это же вперед не взять нам стоит. Взять, например, да любых ребят. Допустим, этого и этого. Пойду руины грабить. У меня же есть магия на 50% повреждений увеличивает. Но с ней более существенно нападать. Ну, мы пока сидим. А, нет, империя первых. Пока не сидят. Куда ты побежал? Вот прям освободился город, все, побежал, родной. Так, в каком там две медузы? А вот здесь две. Еще подождите, ящеры что, первого уровня или что? Тогда я даже ничего не буду усиливать. А чё такое? Никаких мечиков не показано. Специально, что ли? Козлы, блин. Ну вс.
Все, я проиграл. 93. Хотя... Нет, это 55, и это 55, 110. Хотя... Ну, одну точно я не добью. Одну должен добить. А, ну... 100% эту добью, если не промажу вот этого. Сейчас она по всему поделу. Это называется 50% промах. Попадает по всем. Козлы, блин. Идите вы в баню со своей хренью, а. Хотя у нее там 59, наверное, процентов. Ну давай быстрее, что ты задумался? А, нет, 69. 60 основной, 9, так. 70 почти процентов. Но все равно, из двух ударов два раза попасть по всем, это... Мне бы даже больше... В некоторые моменты не урон и защиту. Ну, я имею в виду бонус не на урон и защиту, а на инициативу. Чтобы, допустим, мои скелеты первые ходили, я успевал сдавать ему в оборону. Рассыпается, блин, как отличный домик. Вот это другое дело. 40, 150. Сейчас можно было и в блок вставать. Это хана ваша медуга. Хорошая магия. Что лучше ходить на 60%? 88, обалдеть, 88. Тихо, я такой скорости еще не видел. 88. И это я еще себе вроде не брал ускорение на 20%, или один раз брал, не помню. Так, обучим нашего Лакхана. Точнее, не Лакхана, а его ребят, которые за спиной стоят. Маленький воин Друна, как я его называю. А, знает, кого бить. А я в блок стану, мне вообще по барабану. Я болею за него. Паук сзади сидит. С темного эльфа Лифа его списали. Ну-ка, дракоша! Ну, мазила ты, дракоша, что сказать. О, вампирёныш его лечит, ха-ха-ха. Ребята, замучаетесь бить. У меня тут вампир на полставки подрабатывает. Но все равно 130 плот, неплохо. Ну, по 60 лечит. Надо быстрее добивать, ребят. Так, он хватит попить, давай. Даже 2000 жизней могут не спасти. Все на грани, все на грани. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ара, давай. Проблема в том, что у меня все с инициативой 40. Кроме самого героя. Эти ушлепки ходятся раньше. Хотя мог и я сходиться. Награда!
тебя подлечит дракон. Шваркни. Блин, жалко, он бить сам не может. Бил бы он тоже какой-нибудь урон наносил. То, блин, вы посмотрите, эти осьминоги ходят все раньше, чем я. Чё за хрень? Может, у них инициативы? Нет, 40. Сколько раз у меня сходился там вампир или дракон раньше? Дракон вроде вообще всегда последний ходился. Опа, обучились. Призрака так можем обучить. Здесь гном не добежит. Как пожелаешь. Так, убрайся, голема. Будет отгонять всякую шварь. Надо отобрать золотишко, долго еще. Как пожелаете. Как пожелаете, так и поживаете. Ящер, ящер, я решу. Ящер, шулечки. Ну, думаю, пропущу, пока я буду тут с ящерами возиться. Так, потом пойдем. Может, даже рискну вызвать того гномика, убив этого гнома слева, который лазит. Потому что мне надо будет сейчас, когда разберусь со всей этой бравадой вокруг города, надо будет куда-нибудь идти, а уже город не оставишь. Ну, конечно, Лакхан здесь есть, но все равно как-то. Лакхан, Лахань. В общем, на время покидаю вас. Так, спустя несколько ходов, все, решился нападать на этого гномика, омика, и потом вызываю того номика, омика. Мне надоело здесь колесить, конечно, он тут может отгонять какую-нибудь ненужную мне фигню. Так, ну... А, у него уже инициатива 40, он может позже стоить. Так что рубаем. Ну, мазила. Ай-я! Ай-я! Вампир подлечился. И другой тоже. Вот это кайф. Кучу зелий дали, сферу беса, знамя битвы. И появляется номик другой. Почему он появляется? Даже не написали. Сейчас я его пойду убивать. Надеюсь. Так, ладно, знамя продадим. Как-никак, 600 золотых. Тоже такие денежки. Только надо своим вторым героем оттуда свалить. Я здесь ради вас. Чтобы он случайно на меня не побежал. Разделались. Ну давай, гномик, беги. Сначала империя побежит, потом демоны. Кстати, видел демона в нижней части, он там даже видел красную лаву, там он пролетал. Эти два педика вместе бегают, неразрывно связаны друг с другом. Демон пока отдыхает, гном выдыхает.
Он пошел убивать всех, всех и все на своем пути. Надо ждать, когда он вылезет из зала. Такой крутой! Чё, блин? Пошел всех мочить. Всю мелочь кусает. Бегу, интересно, до него нет. Так. Я вообще спортсмен. Сохранимся. Ну, наверное, уменьшим ему повреждения. Я уже не помню, кто там у него, но сам он такой хорошего уровня. Может, даже и не было смысла вообще уменьшать, потому что у меня скорость закончился, он, возможно, убегал бы от меня. О, он еще и раненый. Так. Наверняка он будет убегать, поэтому ждем. Ну, точно. Конечно, постараться его подловить так, чтобы он не убегал. Я все-таки люблю более честный бой. Хотя какой честный бой, когда я его ослабил? Куда побежал? Труселяшки. Халявный опыт. Ну, уже 500 осталось. Ты можешь убить эту штуку. Этим тоже, в принципе, недолго. Нет! Нужно потихонечку начинать отстраиваться. Что? Как пожелаете. Так и поживаете. Видите? Кто меня тогда здесь угрохал? Вот тот вроде, отшельник. Надо его отомстить. Позарилась на мои владения. Интересно, долетит, нет. Вот и демоны появились. Сейчас гном меня, наверное, побьет чем-нибудь. Нет. Решил спокойно пока постоять. Сначала этого грохнуть. Я разнесу смерть во все пределы. Да разнеси, что ты заплякал-то. Их мучения будут долгими. Mm-hmm.
Ладно, рискнем не убивать его. Карапузу не убейте. Ужас. Еще уменьшил инициативу на 50%. Ой-ой-ой, он же может добить скелет еще. Опять я что-то тупанул, рассчитал. Ёлки-палки. Всех потерял. Я забыл, что он уменьшает инициативу. Из-за этого хожусь позже. Их мучения будут долгими. Скелеты, блок, наверное, встаньте. Здесь на дракош, что он не промажет по дракону. Так, теперь мы подлечимся. То я тогда сходился раньше, не подлечился. Намного меньше он бьет сейчас. Гринпик. Гринпис. Как рядом. Все, победа. 360, хорошо. Подойти, что ли, на всякий. Призрака, кстати, обучил тут тоже на всякий. Пусть сидят. Что? Тут что-то его герой здесь засел, и все, и не хочет вылазить. У нас по этой, почему не нейтралитет, вот же у нас между этим и этим горит. Как-то странно тут. Повелитель. Повелитель. Давай, империя, куда ты собралась? Нет! Долетели, гады. Ой, он сам ко мне решил подойти. Я весь раненый. Магия лечения, подождите, была же в этом.
Правда, стоит она там прилично. Если ее, конечно, кто-то не купил. Здесь вроде была было лечение. Может потратиться. Сколько там? 2000. Но зато я буду экономить потом. Блин, я весь раненый. Ой, я могу занырнуть, ничего мне не будет. Давайте сохранимся. Их мучения будут долгими. Оп-оп-оп-оп-оп! Спрятались. Спрятались. Вот сейчас не полечу, нападет, а полечу, не нападет. Ладно, вот так сделаем. Может грохнуть его? Второго парня. Надоели они мне тут. Что? Да. А вызванные существа могут запрыгивать? Ладно. Подождите, а вары тырить заклинания умеют или нет? Могут смотреть. Вот он. Блюет всех воинов в отряде на 80% очков. Вся карта. Единственное, да, вот это вся карта. Яд Мортис называемый. Защита всех воинов колдующего на 33. А вары могут тырить заклятие? Или нет? Кстати, если бы могли, это вообще было бы шикарно. Ну что, имперская твоя морда, что ты будешь делать? Рискнешь ли ты на меня напасть, на меня раненого такого? Нет, не рискну. Обсикал штанишки свои. Ну все, надо его убивать, он надоел тут летать. Сначала Лакханом я убью его приспешника, а своим героем его главного. Куда побежал, родной? Ну что? Так. Как тебя зовут? Годфруа? Блин, а я не смогу его захватить. Сейчас я пока буду вызывать, он убежит. А потом они все первые ходят и все. Оп-оп, и все, да. И я проиграл. Все, сбежали, ребята. Двое сбежали. Повелитель. Я такой крюк делаю. Потом достаю до этого героя, ты не вижу. Их мучения будут долгими. Достал. Орк себе купил, там отключил. Нам сейчас сбегает по-любому. Нет. Видимо, у меня еще ходы остались. Так. Наверное, блок надо было встать.
закидывай, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой, уже обучились. Как? А? Как же так? О! Нифига у него там! Вот притырило. Так. Ну давайте сначала призрачного воина построим. Хотя вампир... тоже очень полезное существо, хотя бы своих лечить. Но этот как-никак парализует их двое. Сейчас мы все равно все продадим. Эти амулеты. Надеюсь, вампиры быстро построим. Сколько этому осталось? Нет, не хватит. Отличненько. Мне кажется, у меня есть способ, который защиту дает на 20-ку. Или он от паралича защищает, не помню. Нет, от паралича точно. Жалко. Точности. Кому надо точности? Давайте это будет. Призывает скелета, вызывает вампира, ну фигня. Зато и свиток. Что? Да. Так, где тут гномик? Вот он. Побежал, родной. Побежали. Далеко не уйдешь. Я согласен. Я тоже. Ого. 100 силы. Дофига брать двух теток, когда одна дает навсегда. Сейчас он нет, не вдарит. На чем надеялся тогда, давая силу, я не пойму. Он думал, он первый что ли сходит своим гномом. Добей! Еще парализатор есть. Все. Не убежал ты, гном, не растворился в дымке. Нет! А мне еще нет смысла за ним бегать, у меня же есть магия голем. Любовь побеждает. Давай, стыд для меня заклинание. Да, отлично, есть такой вариант. Великолепно. Да, воры очень эффективны. Но только в том случае, если есть стоящие вещи. А когда там зелья всякие, ну, как-то большого смысла не вижу. Ну, конечно, можно стоять там, перезагружаться постоянно при неудачных попытках, натырить кучу зелья, но... это особо не надо. Так, наверное, возьму, может, урон 125, но там, к сожалению, это только у магии смерти тратится. Вот надо еще защиту всем на 33. Да, раз
раскатал я тут губы, блин. Маг долбанный взял меня от кого. Ничего еще запущу, не страшно. Заклинание в книгу перешло уже. Теперь хоть можно лечиться. Спокойно. Маны жизни дофигища. Так. Лучше бы единоличное, конечно, было бы. Лечение. Кому еще урон дать? Дракоша, может? Надо было использовать заклинание, закрывает карту от врагов. Ребята, на меня больше ничего никуда не. И 800. Еще ход подожду и построю. Вампиронышем. Сюда. Что за хозяин? Это наконец-то до сюда доехало. Я не знаю, что он тут сидит, будешь драться не с кем. Что-то как-то засел. Пожелаете. Так, мне тут предлагали столицы позахватывать. Занежить. В принципе. Вообще не только занежить, а всех попробовать. В принципе, заклинание защиты на 33 выкраду. Хватит ли мне этого, вопрос? Ну нет, я так долго шел к этому. Ай, гад. Может, хотя удастся, посмотрим. Вот, так что надо, чтобы я с первого раза сразу мог парализовнуть. Вот чё опять демон там выпендрился, на меня что-то наложил? Я его чё, мешаю? Сколько раз я уже задавался этим вопросом. До сих пор ответы. Вон мы с ним в нейтралитете практически. У тебя почему-то война, война. Может, дать ему денег? Цитадель. Смерть заберёт свою жатву. Так, иди назад. Их мучения будут долгими. Ну почему, как назло, сходился нижний первый? Мне кажется, если сходился центральный бы... Ну, конечно, промазал. Он бы упустил, обязательно бы верхнюю. Так. Как он не попал? Как он не попал? Кожулый, блин.
ёбаных волках теряю армию. Ну ладно, здесь слишком дорого воскрешать вручную. Долбанный маг, надо его убить. Мне еще нужно заклинание. Повелитель? Что? Ой, я же сбежал. Хе-хе, я и забыл. Когда тут карта-то закончится, вообще огромная. Желаете? Побеждать? Смерть заберет свою жатву. Ну что, может попробовать двух драконов завалить? Для этого что мне надо? Что-то мне надо для этого. Надо уже все ближе к заданию идти. Что-то долго тут тусуюсь на одном месте. Ай, убегаем! Ну, ща один какой-нибудь бой проведу, новой армии своей обученной. Так. Не дойдешь, да, говоришь? Любовь побеждает ненависть. Что такое? Ну-ка. Голем сейчас разберется. Найти. Посмотрим, насколько его хватит. Увеличим повреждение ему. Ой, идиот, теперь я уже своим не смогу повреждение увеличить. Уменьшим этому. Давай! Такой, как даун. Задняя линия ушла, он там хиленький. 66. Нет, жесткие ребята все равно. Любовь побеждает ненависть. Мой принц. Ладно, подождем еще тогда. Смерть заберет свою жатву. Убегаем! Чего вы желаете, мой ненаглядный повелитель? Что я все перещелкиваю, все крутил? Мне нужна магия защиты, защиты. Сначала его возьму. Опять же, всем увеличивают защиту. Зачем мне всем? Засунут же туда заклинания какие-то. Не совсем нужны. Но это хорошо всем защиту, если выиграешь там во много отрядов.
там всеми собрался сразу нападать. Молодец, маг. Просто красавчик. Все, путь свободен. Че, вы че? Все что ли нападаете? Ну как бы ладно, мне пофиг. Да, убил. Все вы тут поляжете, нифига по 1200. И это третий. Здесь выдержу. Тут ребята такие жесткие. Сейчас защита, а вот потом отравит. Джуми, Вакса! 703. Встать в блок или вызвать? Идиот, у него иммунитет. Кому там раздавать собрал? Я еще раз схожу. Ай, не добил. Ну, надеюсь, этот добьет. Хорошо подрались. Так, сохранимся. Так, это защиту. Спасибочки. Ну что, пробуем. Два дракона. У меня два парализатора. Вся надежда на них. 50%. Так. Вы уверены, что хотите всем защиту? Да, я щедро всем даю защиту. Ну и повреждения, ладно. Хотя мне кажется, если у парализаторов паралич не сработает, то мне там ничего не поможет. Ни атака, ни защита меня двумя ударами смоет. Посмотрим. Эти горы тут стоят. Так, ладно, этими ждем. Хотя бы одного попадите. Ну ладно, хорошо. Надо было одного в центре поставить. Пасуй, пасуй, передо мной. 90. Ну вообще... вампиры бы... долго бы могли продержаться. Даже если паралич не попал. А теперь мы лечимся. Да, они бы вообще долго. Ой, тут еще и других полечили. Без паралича, я думаю, я бы мог бы. Ну, хода 3, наверное, бы продержался. Ах ты ж. Косорылый ты наш. Всем понемножку. Жалко, нельзя показывать вампиры. Кого после себя лечить.
добил этого. Полечи других. Бай-бай. 1500. Что золото? Герой, обладающий этим предметом, может пить жизнь врагов. Ну и вообще-то так и так пью жизни врагов, ребята. Наша, говорит, смерти. Ты чё, после смерти, друг, разговариваешь? Надо его продать, этот артефакт. Построить фирму. Фирма. Ладно, думаю, на этом пора заканчивать. На сегодня. В следующей части я уже ближе к заданию повернусь, а то мы все что-то кружимся на одном месте. Чего вы желаете, мой ненаглядный повелитель? Всем пока и до новых встреч.